Здесь очень интересна творческая составляющая, потому что, скажем так, не просто какое-то финансирование и получение денег, а то, что это интересно и это приносит людям ощутимую пользу. Вот то же самое я могу сказать и по плацентарную косметику, и вот то, что мы сейчас здесь находимся, наноderm, это вот как раз стык последних достижений нанотехнологий и, скажем, действительно того, что нужно людям. Вот, поэтому я здесь, поэтому мне заниматься безумно нравится. Я человек творческий, увлекающийся, и поэтому мне интересны многие сферы человеческой жизни. Вот, сегодня я специально прилетел в Уфу, у меня здесь несколько деловых встреч, вот я посетил предприятие, вот, даю интервью вам. Но очень много всего, конечно же, и в Москве. Недавно открыли клуб, ну как недавно, уже полтора года он существует в самом центре Москвы, Метрополь. Клуб так и называется, Кайметов. Там мы собираемся с друзьями. И поначалу, хотя клуб был создан на базе того, что мы хотели сделать такое место, где бы собирались люди 90-х, поскольку, ну все, наверное, знают, что так исторически сложилось, что несмотря на то, что первый капитал был заработан в 90-е, первые основы музыки были заложены в 90-е, и вообще страна, разрушив предыдущие ценности, стала формировать новые именно в 90-е. Но многие как бы этого боятся и шарахаются, говорят, вот мы к 90-м не имеем отношения. И получается, страна жила как бы до 90-х, и потом стала жить после 90-х. То есть такое понятие формат, да, вот все, что было до 90-х формат, и все, что было после 2000-х тоже формат. А 90-х страны не было. То есть все этого боятся. Я думаю, что мы сделали правильно, что решили восстановить справедливость. Был создан клуб «Кайметов» в самом центре Москвы. Вот. Но сейчас, на самом деле, мы уже вышли за рамки просто 90-х. И проводится очень много разных мероприятий. И дискотеки, и презентации, и дни рождения. Все. Есть продюсерский центр. Мы помогаем молодым людям пробивать дорогу в наше нелегкое время. Потому что вы сами знаете, что шоу-бизнес – это такая история, что очень много завязано на деньги, на связи. А есть действительно очень много талантливых людей, и очень хочется им помочь. У нас есть площадка, о которой я уже говорил, в самом центре Москвы. У нас есть определенные гранты, которые мы можем предоставить. Вот. И в связи с этим, так сказать, это ощутимая помощь, поверьте мне. Потому что талант, когда он встречается с глухой стеной того, что его не понимают, вот люди, которые обязаны, вот те посредники между талантом человека и широкой аудиторией, иногда там просто очень тяжело пройти. И вот когда ты помогаешь человеку в этом вопросе, ты чувствуешь, что это ты помогаешь, в общем-то, стране. Сомнения напрасны, я рядом с тобой.